продаете? Нет, просто показываем. А, красивая. А вы рыбов продаете? Нет, просто показываем. Красивая.
Мы уже очень давно хотели поработать с этим теплоизоляционным материалом и, наконец, нашли необычное для него применение в качестве обивочной ткани. Материал оказался достаточно прочным, легко шьется, а это значит, что у него большой потенциал использования в творчестве. Для заливки основания мы использовали смолу для объемных заливок от компании Кавана Артмассив. За один слой можно заливать до 10 см. Купить смолу можно на сайте компании, а также на маркетплейсах Озон, Яндекс.Маркет и Wildberries. Ссылки мы оставляем в описании к этому видео. Кресла получили новую жизнь в очень необычной форме, которая, надеемся, вам понравилась. Пишите, пожалуйста, свои впечатления в комментариях, мы с удовольствием их прочитаем. Музыку для наших проектов мы создаем сами. Ссылка на наш второй музыкальный канал в описании к этому видео. Ну что ж, друзья, время пролетело очень быстро, и мы надеемся, что вы его потратили не зря. А если это так, то мы будем благодарны, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями. Подписывайтесь на наш канал, и, как всегда, огромное спасибо, что вы у нас есть.